В Петербурге появился самый большой валенок в мире. Его высота достигает 6 метров, что на 4 метра больше существующего рекорда. Создала его петербургская художница Валерия Лошак. Художница сама изобрела два прибора для оптимизации валяния. На такую работу у рукодельницы ушел год. Внутри валенка – огонек свечи. Это душевный огонь, который имеет свое собственное значение для каждого. Дополняет композицию лестница в голенище валенка, уходящая в небо и означающая трудный, но необходимый духовный рост. Сейчас арт-объект под названием «Русский размер» находится рядом с креативным пространством ткачей.